Dance DJ. Вот, а Венер слепил вот такую интересную машину. Вот Натанна птичка. Смотрите, какая симпатичная. С красной грудкой. Ой, у нее есть крылышки, большие глазки. Она готова в бассейн идти. В бассейн. В бассейн? Такой получился у нас человечек от Венера. Вот рулит, едет он по своим делам. Тёма принес мне, кого ты мне принес? Котика. Он мне принес котика. Я так. Коричневый. Вот такой котик. Что-то какой-то он недовольный. Что случилось? Походу, у него настроения нету. А толстый какой. Ничего себе. Что ты мне назвал? Рассказывай. Человечка с бабочкой. А, он, наверное, ловит бабочку. Бежит, да, за ней? Да. Мы видим здесь бабочки вдвоем. И вот они. Они любят бабочек вдвоем. А вот это его... Что это? Зонтик. А, это зонтик? И зонтик не мог задержать, и на его все вода появилась. Угу. А туча у нас? Туча, что ли? Да, туча. У тебя какой-то, у тебя получилась дождливая весна. Семе 7 лет, и он нарисовал весну, сегодняшнюю погоду. Это дуб, бабочки, цветочки и солнышко. Следующее задание у нас. Вот. И мы сделали кого? Утку. Утку или лебеди? Лебеди, да. Вот Вениамин сделал Человека-паука. Смотрите, какой симпатичный. Сидит такой. Я еще тут зубочисткой вот так одел, тут детали мелкие. Угу. Че, привет, друзья. Будем знакомы? Молодец. Работа кипит у тебя, да? Работа боится тебя. Летела и прям села на Рувима. Шикотно. Но она знала, что ты ищешь божьих коровок. Вот она и села на тебя. Красиво так заморозилась. Нас только что благословили соседи. Сосед? Да. Различными вареньями. Чё, как? Вкуснятина. О, давайте. Напали на варенье, да? На хлебушка. София, это у нас смородина. Это у нас лесная ежевика. Это крыжовник. Это айва. Это яблочное пюре. Это
Не знаю, что. А вот это тоже яблочко. А вот это замороженная клубничка. Клубника заняла первое место. И уже половину уже съели. Среди всех вареньев. Мария себе делает кофе. С пенкой, да? Чока, вкусно Мария изготовила? Вот с орешками изготовила, с изюмом. Вот новая почта. И вот в карантин такая очередь. Мы где-то 10-е. Порох наш пооткрыли. Только первый этаж открыли. Вот тут антисептик. И чтобы одевать. Там еще маленький. Лимончик взял. Бабочков набираем. $18 два лимона. Угу. Ой, хорошо. Что, яблоки сколько? 63 почти. 63. А почем они? По 25. Ничего себе. Ну, хорошие яйца, дешевых нету. А камера уже была. Кира дешевый по 21.5 разобрали. Ниндзя. Да. Ниндзя ты мой. Рыба какая. Почем интересно? А дешевые чаи уже исчезли с прилавка. Люблю принцессу Нури чай. И мой помощник Сёма. Я буду пробивать, а вы должны это как делать. Держать. Уже третий мешок сейчас пойдет. Сумма наших продуктов составила 1400. Что ты делаешь? Ехать будем в полицию. Называется «Не дай себе замерзнуть». София взялась за уборку. Рувим пошел помогать. Вот, Вениамин принялся за дело. А, сегодня Ритка. Кто любит? I love you, Ритка. Люблю тебя, я. I love you, Ритка. Какая вкусная. Поняла, что эта рыба нам мало. Представляете, вот какой кусочек. Это каждому. Это получается, такой рыбы нам 2 штуки надо покупать, да? Спасибо большое добрым сердцам за чудесное благословение. У них свой тут детектива, да, Сисяй, с яблочком. Да. Тану погода не помеха.
На улице холодно, морозно, а ему на качели кататься охота. У нас тут намечается рисовая каша. Пришла моя красавица, купила фасоль для борща. Это одну фасоль взяла? Нет, две банки. Карта Америка, типа, сократит людей, чтобы выиграли. Там не только сократит, там, а им тебе нужно будет доказывать, что если ты... Потому что 7-го мы расписались, 8-го у нас была свадьба с Владиком, а на следующий год, 9-го, родилась Люба. Вот. Девчонки трудятся немного борщом. Сейчас после борща я с удовольствием уплетаю вот эту вкуснятину.